Сейчас вместе с вами приготовим вкусную закуску из огурцов. Для этого понадобится пол кило огурцов, чеснок, пучок укропа, столовая ложка сахара, чайная ложка соли и 50 мл растительного масла. Также понадобится уксус, у меня яблочный. Что нужно сделать? Все измельчить и порезать. Образом измельчаю, делю мой огурец на три части и сначала режу пополам и потом еще пополам. Вот такие должны быть кусочки. Я подготовила огурцы и сейчас добавляем сюда сахар и соль. Все это перемешаем хорошенько. Перемешать надо хорошенько. Затем высыпаем наш укроп. Натертый на терке чеснок. И все перемешиваем. Перемешав, вливаем с вами 1 столовую ложку уксуса и снова перемешиваем. Знаете, какая изюминка в этом рецепте? Растительное масло мы подогреваем до горячего состояния, но не кипятим, и поливаем сверху. Видите? Вот так вот оно. И перемешиваем. Накрываем крышкой и ставим в холодильник на час до полного остывания. И можно кушать, друзья мои. Такая красота получилась. Приятного аппетита вам! Прошло 3 часа. И получилась вот такая вот картина. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.